Во Владивостоке состоялось торжественное открытие регионального центра общественного здоровья. Его история началась в 1943 году. Тогда это был краевой дом санитарного просвещения. Сотрудники ходили с лекциями по школам, вузам и различным организациям, раздавали листовки об активном образе жизни, акцентируя внимание на инфекционных заболеваниях. Со временем ситуация постепенно менялась. Любой житель нашего края при наличии медицинского полиса, паспорта, может пройти комплексное обследование в центре здоровья. По предварительной записи мы человеку предлагаем на выбор удобное время. Наш центр работает с 8 утра до 8 вечера, то есть в любое время человек может по предварительной записи прийти и пройти комплексное обследование. Открытие центра сопровождала акция «Прогулка с врачом», которая впервые состоялась в 2012 году. 9 лет назад мы собрались первый раз на прогулку с врачом на набережной Цесаревича. Мы не понимали, зачем мы это делаем, честно говоря, но знали, что это что-то нужное. И с тех пор каждую субботу мы выходили на набережную Цесаревича, чтобы просто погулять с горожанами, чтобы показать своим личным примером, что двигательная активность, здоровый образ жизни – это не скукотища. Специалисты регионального центра общественного здоровья подчеркивают, двигательная активность – одна из самых эффективных и доступных практик сохранить здоровье на долгие годы. Центр ждет приморцев на прогулке с врачом, йоге смеха и комплексном обследовании основных показателей здоровья для составления индивидуальной программы по оздоровлению. Олег Завьялов, Екатерина Зверева. Новости на Восьмом.